левобережный, alle mie spalle il viale della Vittoria. Lungo le strade ci sono ancora diversi corpi senza vita, quasi tutte le abitazioni portano i segni dei combattimenti. Мраву не пожелаешь. Очень война, ну, это да. Сказать страшно, это ничего. А в подвале сидели, в подвале вот в подвале сидели. Много людей здесь осталось в вашем подъезде? В нашем подъезде 8 человек. А кто не в вашем 4? Мало. А почему вы не решили остаться? Некуда было бежать, отстрел был такой, и куда? Кому мы нужны? На поле поменять. Куда? Мы вообще-то, я же говорю, мы как котята. Котята в подвале сидячие. Все. Вот так вот нас бросили и все, на произвол судьбы. Как развивались события здесь именно на этой улице? Были бои? Да, у нас страшно бомбили наш дом. Все дома бомбили, и наш дом попал. Бомбило хорошо. А почему там были военные? Ну, сказали, что стреляли украинцы. Кто стрелял? Дома горели. Даже без обстрела. Ни одного выстрела не было, квартира начала гореть. С какой радости. Газа нет, света нет, воды нет. Ничего нет. Они просто бросали гранаты и уходили. Они поджигали дома. Человеческие. Это какие подразделения у нас? Ну, это украинцы, ВСУшки. Люди не верят. Разумеется. Говорят, это пропаганда. Какая пропаганда? Это не пропаганда. Сыночек. Ребята, две женщины бежали вот с этого дома, плакали слезми. Это не пропаганда. А я бы рада была. Кому? Кадырову. А почему? Ну не знаю, потому что он хозяин. Он Зеленский. Да. Он как человек, хороший человек. А Зеленский нет? Зеленский нас бросил. Простите, мариупольцы. Ага. И нас бомбили. Я не могу ничем помочь. Извините. Крепитесь. Крепитесь. Вы поддерживали Зеленского? Голосовали? Я не голосовала. А я голосовала. Я не голосовала. Я на голосование не ходила. Конечно. Там мы просто голосовали, чтобы снять Порошенко. Да. Нам все равно, кого поставят, лишь бы сняли Порошенко. Бы сняли, да. Потому что он нас чуть не задавил уже. Здравствуйте. Особенно пенсионеров. Я вот уже несколько репортажей сделал даже с других районов. Ну. И вот у меня много подписчиков в Италии, которые сами с Украины. Они говорят, ты врешь, это все актеры, ты платишь людям, потому что все это рассказывают, что там все поддержат Зеленского и власть. А нас не заарестуют вот это, что вы снимаете? А кто нас будет арестовывать? Да мало ли. Так придут, постреляют и все. А кто? Ну, и не спросят, как тебя зовут. Да. Кто? Украинцы. Они уже сюда не придут. Они там как застряли на заводе. Ну, да, на одном заводе, на Сталине. На Сталине или что? На Ильича? Да. Я задумаюсь, почему оттуда дым идет, я не могу понять. И как вы сейчас живете? Как? Вот это вот кадыровцы кормили нас. Да. Сегодня паёчек получили. Какие запасы у нас были? Да, потихонечку. Кадыровцы эти, когда уходили с нашего дома, они у нас квартировали две ночи, да? Две ночи. Они подошли и сказали: женщины, там, где мы жили в квартирах, идите заберите продукты. Вам намного хватит. Надолго хватит. Мы с друзьями поделились, потому что люди тоже без. Есть же голодные, вообще ничего нету. Нам еще просто повезло. Mi trovo a Mariupol, alle mie spalle, quello che vedete all'orizzonte a un chilometro di distanza è l'Azovstal, l'impianto, l'acciaieria dove in questo momento si trovano gli ultimi uomini rimasti del reggimento Azov, della Guardia Nazionale Ucraina e di altri reparti dell'esercito. A Mariupol
bene o male tutti i distretti ormai sono controllati dalla milizia popolare e dall'esercito russo. Le uniche zone controllate appunto da Kiev sono questa fabbrica, questo impianto e un altro impianto analogo a nord della città. Periodicamente piccoli gruppi di militari ucraini tentano di uscire e forzare l'accerchiamento. Ci sono squadre di sabotatori e di cecchini che lavorano su tutto il perimetro. I combattimenti sono costanti, frequenti e intensi. Sarà molto molto difficile liberare tutta questa fabbrica per i miliziani della Repubblica Popolare di Donetsk e l'esercito russo, perché all'interno ci sono fortificazioni importanti, ci sono bunker antibombardamento ancora di progettazione sovietica, costruiti per contrastare il peggior scenario possibile. Как вы вообще выживаете? Как для вас эта война началась? Неожиданно, да. Очень неожиданно, потому что все как бы до последнего сидели в основном в домах. Когда у нас первый раз 2 марта в дом прилетело, было уже намного страшнее. Потом уже спустились в подвал, в подвале все это как-то переживали. У нас дом полностью сгоревший, без квартиры остались, без ничего. Вы видели или слышали, как украинские военные прятались среди домов, либо... Да, сначала... Прекрасно, можете рассказать? Как получается, изначально, как первый день начали тут обстреливать наши дома, они к нам в подъезды заходили, ну, поднимались по 9 этажам, отсиживались, ну, 2 дня и поуходили. Двери заходили в квартиры, сидели в квартирах. У нас лично все, вот эти Д-20, да, там аллейка, у нас первый раз они, когда пришли в подъезд, они просто стояли, не выпускали ни есть, готовить, ни даже банально воды поставить в чайник, потому что у меня ребенку год и месяц, я не могла банально просто приготовить хотя бы горячей воды, чтобы сделать ему смесь. Они просто сидели, потом они пришли с первый раз, дайте ключи от машины. Второй раз они пришли, дайте ключи от квартиры, открывайте все двери, нет, будем выламывать. Потом было, мы вечером выходили, у нас дрон висел над домом, и этой же ночью у нас сперли машину, украли, увезли, одни следы были от гусениц. А где они здесь вообще базировались? Получается, ну, по квартирам. Везде, где только можно. Ходили. И по квартирам, и по домам, и по садикам, и по школам, и... И на крыши залазили, на дома, с крыши вот снизу. Да страшно. Что было, да, стрелялись под домов, там выгоняли? У нас получается, знаете, стреляли. Как они стреляли? Они подъедут вот во двор, подъезжали, вот сюда остановился БТР. Именно в этот двор, да? Да. Они, ну, отстрелялся, уехал, и сюда же, как ответная огонь. У нас 2 недели вокруг дома, это вот там, где сейчас вообще сгоревшие полностью все дома, у нас 2 недели... Ездил БТР, ездил танк и как-то еще вот эта вот самоходная штука. Вот они вот так вот просто ездили квадратом. Они отстреливались, потом прилетало. У нас, когда мы уходили неделю назад, у нас была еще более-менее целая квартира, она просто была разбитая. А сейчас уже много кто сказал, что там просто уже все сгоревшее, там ничего нет. Очень много украинцев, которые живут в Италии, смотрят, тоже читают, и они абсолютно вот говорят, ну, не верим то, что Украина занимала там такое, там выгоняла людей из квартир, что стрелялись под домов, что... Да, вот, да, вот буквально они сказали. Вот, насчет этого, даже вот вы уже здесь, да, чеченцы, Россия, тут ДНР, все тут, но у нас же есть уникальные люди, которые все равно не...